Привет тебе! Если ты уже давно смотришь мой YouTube-канал, то ты, конечно же, знаешь, как никто другой, о всех этапах развития компании Fuse HVAC and Appliance Repair. За 2 года компании наша выручка составила 1 миллион 300 тысяч долларов. Впечатляет? Я думаю, да. Но, пожалуйста, не удивляйся. Я старался и работал 2 года, чтобы достичь этого результата. И знаешь что? Я подумал вместе с моим партнером Станиславом, что мы реально можем заработать намного больше денег. Даже не представляем, мы даже не представляли, что как-то у нас однажды в нашей CRM-компании, которую мы используем, мы увидим сумму в 1 миллион долларов. Это было что-то с чем-то. Мы друг друга поздравили, пожали руки друг другу и работали дальше, как будто практически ничего не случилось. Я и моя команда – это группа профессионалов, которая, в принципе, может свернуть горы. При желании мы можем починить ракетный ускоритель Илона Маска компании SpaceX, либо же прорыть туннель из США в Россию. Но мы конкретно занимаемся профессионально ремонтом бытовой и коммерческой техники, а также мы являемся лицензированным контрактором в Калифорнии. Калифорния является самым большим штатом в США. Здесь проживает порядка 40 миллионов человек, и он же также является самым богатейшим штатом в США. И мы здесь со Станиславом, и наша компания конкретно базируется здесь, в самой богатой точке Калифорнии, в Кремниевой долине, в городе Сан-Хосе. Ежегодно отрасль HVAC, которой мы являемся лицензированными, это Heating, Ventilation and Air Conditioning, вырастает примерно на 10-15% ежегодно. И это связано с глобальным потеплением и изменениями климата. Температура практически постоянно растет на протяжении там последних 3-4 десятилетий. В этом году мы планируем увеличить выручку до 2 миллионов долларов. То есть 2019 год мы планируем, что у нас будет выручка за 2012 год 2 миллиона долларов. То есть, несмотря на предыдущие периоды, к примеру, за 2018 год у нас сумма выручки составила 701 тысячу долларов. 2 миллиона мы планируем сделать без каких-либо вложений и инвестиций. А сейчас мы в команду ищем амбициозного и активного человека-бойца, который усилит нас, увеличит силу вектора вверх к новым вершинам. Я и Станислав, как партнеры, готовы поделиться с этим человеком долей в компании, скажем, 5%. Взамен мы попросим быть с нами открытым и всячески нам помогать, так как ты уже будешь частью нашей команды, будешь плыть с нами в нашей лодке. Маржинальность нашего бизнеса составляет 25-30%, и мы готовы этим делиться. И знаешь что? Мы не хотим в этом году сделать выручку в 2 миллиона долларов. Мы хотим выручку в 3 миллиона долларов. 25% от 750 тысяч. Как тебе такое? Представляешь, твоих из этого профита будет 20%. То есть 150 тысяч долларов в первый год. И ты будешь обладать 10% в праве голоса. То есть 5% от доли компании, 20% от профита. И 10% это в право голоса в компании. Сейчас у нас разделение такое. У меня 51% и 49% у Станислава. Ты спросишь, что мы тебя попросим взамен? Попросим мы тебя взамен 300 тысяч долларов. И ты скажешь, кто-то скажет, вы там совсем, что ли, долбанулись в этой Америке свои 300 тысяч долларов. Но я вам так скажу, что в принципе капитализация нашей компании уже примерно составляет 1 миллион долларов. Вот, и просить 300 тысяч долларов на закупку новых автомобилей, на развитие школы по обучению техников, на рекламу, на расширение сервиса по другим областям, таким как крупные холодильные агрегаты, которые находятся в Walmart и в других там Safeway и прочих других крупных магазинах.
Затем мы будем получать в этом году лицензию электриков. Далее мы будем заниматься солнечными панелями. А как известно, в 2020 году Калифорния по новым стандартам обязала все новые дома строить сугубо с солнечными панелями. И, конечно же, развитие региональной сети компании Fuse. Нам нужен сильный игрок, как ты. Будь с нами, будь в нашей команде. Хочешь подробностей и финансовой отчетности за предыдущие периоды, свяжись со мной. Я с удовольствием тебе это все предоставлю. Но если ты докажешь, что достоин быть с нами в нашей команде. Если вам понравилось это видео, ставим лайк. Если вам не понравилось это видео, ставим дизлайк. Мне абсолютно без разницы. Это видео рассчитано сугубо на поиск инвестора, нашу компанию. Так что, если у вас завалялось где-то 300 тысяч долларов, и вы очень отличный специалист, грамотный и толковый бизнесмен, мы готовы принять тебя в нашу команду. Welcome!